столице Чувашии лето началось с открытия заволжских речных маршрутов. Трамвайчики снова начали курсировать в Сосновку и на пляж Левобережный. Кстати, билеты с прошлого года не подорожали. Более того, их цена остается неизменной уже в течение трех летних сезонов. Взрослые 65 рублей, детские 33 рубля. Провести багаж стоит 40 рублей. Речной порт обращает внимание пассажиров, что в дни массовых перевозок возможны отклонения от расписания движения речного транспорта. В случае малого числа пассажиров и ухудшения погодных условий, температуры ниже 20 градусов или дождя, рейсы Чебоксары, пляж Левобережный могут отмениться. В этом сезоне не планируются рейсы Козловка-Волжск. Причина – отсутствие средств на дотирование речного порта. Теперь на Козловском берегу пристань обслуживаться не будет. А это значит, что туристические теплоходы, которые до последнего времени останавливались в живописном Волжском городке, проплывут мимо.